so my heart beats. Всем привет! В данном видео я вам хочу рассказать, как можно изменить название вашего Wi-Fi, либо же сменить на нем пароль. В правом нижнем углу кликаем на «Доступ к сети», правой кнопкой мышки «Центр управления сетями и общим доступом», «Интернет», «Сведения», «Шлюз по умолчанию IP», копируем его, либо же «Вето» записываем, если оно у вас не копируется. Далее заходим в браузер, вводим ваш IP. Далее у вас выбит окошечко с авторизацией. В строке с вашим логином пишем «админ», в строке с паспортом пишем «админ-админ», либо же «админ-1-1». Если у вас по дефолту ничего не совпадает, то под вашим Wi-Fi роутером есть строка с вашим логином и паролем. После того, как вы это все ввели, вам откроется вот такой список. Далее идем в Wireless и в SSID меняем название своего Wi-Fi. Здесь можете ничего не менять. Далее жмем Save, идем в Wireless Security, меняем ваш пароль. Далее жмем Save, и вам предложат ребутнуть роутер. Далее ребутаете роутер, и у вас все поменялось. Всем спасибо за просмотр, кому помог, ставим лайк, подписываемся на канал.